Всем привет! Сегодня будем открывать очередную посылочку из Китая, которую я заказывал на китайский Новый год. Доставлялась посылка службой почты Китая. Доставка из Китая после отправки в течение 3 недель. Однако, от момента заказа до момента отправки прошло целых 20 дней. Поэтому доставка такая длительная. По весу указано 108 граммов. По стоимости 1 доллар 96 центов. И содержимое — автомобильные наклейки. Итак, открываем. И это действительно автомобильные наклейки, универсальные защитные пленки под дверные ручки. Вот так они наклеиваются. Я вам покажу в следующих видео, когда помою автомобиль и когда наладится погода. Ссылки, как всегда, будут в описании. Всем спасибо за внимание.